привет, меня зовут Юлия, добро пожаловать на мой канал. Компания Grandstock прислала мне на обзор посылку, это ивановский трикотаж. Давайте посмотрим, что там. В Grandstock продажи в розницу без минимальной суммы заказа. Возможность оплатить заказ при получении, то есть наложенным платежом. Бесплатная доставка от 7 тысяч рублей. Более 25 тысяч товаров на сайте в различных категориях. То есть текстиль для дома, трикотаж, приволжские украшения, там вообще полно всего. Вот как раз я вам потом скажу собственное производство в Анаве. И 3 тысячи позиций в распродаже со скидками до 50%. А если заказывать по моему промокоду, то вы получите скидку 5%. Промокод YouTube424. Его можно будет использовать только один раз одному пользователю. Есть еще на сайте такая фишечка. Если у вас не будет какого-то цвета заказанного вами товара, то вам заменят его, например, на другой, который вы захотите, с 5% скидкой. А еще при предоплате у вас 4% скидка будет. И первое, что я тут вижу, здесь шторы. Сейчас я вам покажу, какая красотища у меня будет. Вот. Так, это искусственный шелк. Значит, у нас крепление шторы, шторная лента и стирка не более 40 градусов. Я тут себе памятку написала просто, чтобы вам не забыть ничего сказать. Так, здесь у нас две шторы по 1,50 м. Длина у них 2,70 м. Вот такая красотища двойная. Обязательно я сейчас их поглажу и покажу вам, как они смотрятся на окне. Мы как раз закончили ремонт в детской сыну. И как раз сейчас повесим, ура-ура! Не собиралась показывать, как я их глажу, но не показать я не могла. Просто одно удовольствие гладить. Первую штору я с изнанки гладила, но поняла, что все-таки надо с лицевой стороны, потому что с лицевой стороны виднее складки, которые я пропустила. Потому что где-где-где у меня остались складочки, я перевернула штору, и как раз на рисунке на лицевой стороне было все видать. И мне пришлось перевернуть и подглаживать. Вторую штору я гладила как раз-таки с лицевой стороны, и не пришлось ничего подглаживать. Вы посмотрите, как идеально они отглаживаются утюгом с отпаривателем. Но, кстати, у меня, когда вода закончилась, я этого даже не заметила. И я также догладила уже без пара. Так что, если вдруг у вас утюг без отпаривателя, не переживайте, все отгладится тоже так же идеально. Вот такая красотища у нас получилась. Мне очень нравится, очень. Единственное, что они великоваты внизу, потому что придется подрезать все-таки. Потому что они 2,70 длиной, а у нас от потолка до пола 2,50. Но обрезать я буду именно по подоконник, потому что у нас там стоят батареи. Ну вот сейчас пока не очень красиво, я подзагнула, примерно вот так хотим. Ну блин, что-то нам не нравится, надо, наверное, до пола делать. Помогите, пожалуйста, с выбором, напишите в комментариях, до пола или до подоконника, пока я их не успела обрезать. Взяла еще вот такие висюльки, клевые, прям под цвет занавесок, но они трехметровые, их тоже придется обрезать. В общем, с этими занавесками комната прям преобразилась. Класс. Ну, вот так вот все вместе смотрится в раскрытом состоянии. Осталось только плинтуса прикрутить, и комнатка готова. Можно детищ перевозить. Все-таки оставили до пола. Подшила я там. Но так как это искусственный шелк, он очень скользкий. И я не настроила машинку, к сожалению. На обрезке надо было пробовать. Она у меня слишком маленький шаг взяла. Прибавляла, короче, у меня этот
шаг не прибавляется. Не знаю, что у меня со швейной машинкой. Непонятно что-то. Сейчас пока комод собираем. В общем, всей семьей в восторге от этих штор. Очень классные. Красотища. Дальше что у нас? Заказывала детям две постельки. Сейчас я вам покажу. Одна, значит, у нас от Арк Постель фирма. А другая Аванави. Именно у Грандстока есть своя фирма Аванави. Кстати, кто не заметил, читается Иваново в другую сторону. Сейчас покажу. В комплекте две наволочки. Вот такая обалденная простынь. И с таким же рисунком под одеяльник. Разрез у нас идет снизу. Бязь не очень плотная, но достаточно хорошо прокрашенная. Детям взяла полуторку. В этом комплекте тоже две наволочки. И мне так нравится, что они разные, как и в прошлом. Вот такая обалденная простынь. И с таким же рисунком под одеяльник. Также разрез у нас идет снизу. Взяла еще тапочки. Очень красивый, очень. Вот здесь сбагрено специально. От этого это все еще и красивее. То есть можно согнуть, можно выгнуть. Классные. Ой, какие симпатичные, посмотрите. Если кому-то интересно, вот такая подошва. Дальше. В этой посылочке остались у нас только подушки из лебяжьего пуха. Для тех, кто не знает, подушки из лебяжьего пуха — это искусственный лебяжий пух. Современный ультратонкий силиконизированный наполнитель принимает форму головы и обеспечивает ощущение суперкомфорта, не вызывает аллергии. То есть подушки прямо суперские. Посмотрите, как она возвращается, надувается, такая мягкая, настолько мягкая. Сколько она прослужит, я, к сожалению, не могу вам сказать, потому что это мои, ну, только вот недавно подушки, потому что у нас старые перьевые, и я решила заменить всей семье такие подушечки. Вот, посмотрим, сколько прослужит. Брака нигде не вижу. Сейчас посмотрим еще вторую. Подушки 70 на 70 заказывала. Все хорошо везде прошито. Вот такой. О, какой он мягкий. Вы посмотрите, какой он тончайший, действительно. Ну такой вот мягкие игрушки вот таким надо набивать. Какая красота. А вот цены на товар. Кому интересно, поставьте на паузу. Ну а на сегодня у меня все. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо, всем пока. В комплекте две простыни. Блин, какие две простыни? Как вас зовут? Блин, как же долбаная память. Наволочки. В комплекте две наволочки.